которая сегодня о себе сказала: здесь сегодня много королев, но я такая восточная одна. Восточная королева сегодняшнего вечера — легендарная Азиза, дамы и господа. Ваши аплодисменты. Вас приглашаю. Доброго времени суток всем. И мое солнечное приветствие. Да, действительно, сегодня в моем лице весь Восток, весь Узбекистан, вся Средняя Азия приветствует вас, уважаемый Гия, поздравляет. Я очень рада видеть вас. Я очень рада видеть всех, кого не видела несколько десятилетий. Вы никак не изменились. Я тоже. И вы знаете, я так же рада... Благодарю. Я так рада, что сегодня звезды, солнце и луна сложились таким образом, что у меня есть возможность вдруг так неожиданно засвидетельствовать почтение всем. Всем, кого я вижу и чувствую своим сердцем в этом зале. Я с удовольствием, конечно, спою сегодня для тебя, Гия. Спасибо. Для твоих друзей. Здесь есть и мои друзья. Их не так много, но это действительно настоящие друзья. И я хочу начать свое выступление с песни, которую ты сегодня очень ждешь. Ты именно, наверное, ради этой песни и пригласил меня сегодня. Я тебя люблю много лет. Я знаю. Дело не в песне, ты знаешь это. Я знаю. Но я благодарю тебя за то, что ты именно ценишь мой труд и мой талант. Безусловно. И поэтому эта песня, которая называется «Хочу, чтобы пели птицы на заре», она для тебя и, конечно,